Непонятно. Сейчас, секунду. А непонятно? Непонятно. Перевела ли мне или не перевела ли мне? О, Ну это ладно. старая версия. Узнаем об этом завтра. Древний рус. Это чужой. Угу. Если это чужой. А есть ли какой-то теоретическая какая-то возможность? Того, что пока ты достаешь эту херобору, он оттуда может тэпнуться. Ведь ей же? Да, конечно. Mm-hmm. Я так что мог бы тебе сказать, но почти... Ну, почти. Успел, да, убежать? Угу, можно так сказать. Комбайн убежишь? Нет. Комбайн вообще, что это? Вездеход, наверное. Я к халупе бегу. Мне кажется, это на другой заметил. Стороне. Так. Я бегу в угол карты. Кладетка что делает вторая, интересно? А, вот, вот вижу. Молодец, одобряем. Чем мы разные чиним? У тебя есть шанс отбегать Трегина, Эрик. Он не за мной. Блин. О, он за мной, у него берет. Обманул тварь. Хитро, хитро. Это я ушел тег, короче, сработал. На мне. Сколько секучки нету. Зачем его, зачем его? Он ушел? Ну, Ярик, я тебя поздравляю, ты отбегал Трегина. Просто мастерски отбегал Трегина. Ничего себе. Интересный хит был. Клодя, молодец, Клодя, молодец. Шикарно. Уроки улиц. Да. Ярик, может, подхилился бы, нет? Нет, я хочу умереть сейчас. Я поняла. Молодцы, красавчики. Я понял. А ты где? На мэне, на втором. А, ок. Он ушел от меня. Не попал, обиделся и ушел. Он не спускается? Да, пожалуйста, Клодя, какого хера это было сейчас? Да, это было странно. Мягко ты говоря. Видела, да? Да, я сверху все видела. Просто заблокал тебя. Клодя, у тебя фонарик был, ты чё? So strange, so creepy. О, ладно, у неё была флешка. Пойдем наверх, пойдем наверх, пойдем наверх, пойдем наверх, говорю, дура. Блять, Клодя, ёб твою налево. Ну что ж ты делаешь? Она еще и за мной бежит. Мы справимся, давай, я верю в тебя. Что? А, он обратно вернулся. Угу. Клодетка! Дай-ка я тебя вылечу, пожалуйста. Ну ладно, мы не справимся. О, Мэнни, серьезно. Блядь!
Уже нет. Да что с... Да не рояй ты, господи! У меня палет этой хернёй своей. Ты промахиваешься, не надо! Падай вниз, падай вниз, падай вниз. О! Удачно упала. Сейчас еще лицом поднимем, смотри. На улице, на улице, на улице, на улице, на улице. Ползи на улице, ползи на улице. Лицом куда? Ну без разницы, не ползи ко мне, не ползи ко мне. Понял, понял. Кладетка, сестра! Ее поднимает. Без разницы это, куда ты лицом, а куда он лицом. Если, блядь, пятно выдает меня, капец, крови. Я чуть-чуть подальше, если ты не возражаешь. А то вдруг близко подойдет, тебя услышит. Он в подвале, он в подвале. О, слышь, меня железка. Блин, лицом мы. Хорошо! Не то место. Клодя, спинку не хочешь дать, да? Да нахуй. Чё, какой подвал? Ты чё, вообще что ли? Давай дай мне хиль. Дай мне хиль. Подвал ему. Как же он сейчас недоволен, я думаю. Получается, он повесил только тебя два раза и... Её два раза. Клодю два раза, да. Никого рядом нет. Он чекает, чекает. Никого рядом нет, нет. А, ну вообще мы не на втором. Он ищет меня, наверное, там рядом. Чё туда активно ходит? Бля, умелец же у него. Он говорит, у него барбекю. Да? Тогда мне пизда. Я прям достаточно далеко. Я пойду ее сниму. Он у нас. Лачи. Снимать его? Я уже снимаю. А. Сейчас у него умелец работает, и мне капец, конечно, будет. Боже. Если он отвлечется. Надо, наверное, вытащить его, эту зажигалку. Бегим, кладетка. Он за кладеткой, прикинь. Десант! Так а что ему делать? Ему надо душить. Осторожно, умелец. Хорошо. Вообще ее не отпускаешь, что ли? О, за мной. Вообще тебя не отпускаешь, что ли? Клодя, ты нормальная, нет? Скажи, пожалуйста. Хороший вопрос. Хорошо. Взяла, вышла, просто на него вышла. Успеешь, да? Да я тебя подниму, мне кажется, быстрее. Понял. Я, наверное, подставлюсь. Ты под палеткой, да, уже? Нет, я не под палеткой. Ты фонариком спасли, что ли? Да. Он за мной. Однако. Я на втором! Ползи вниз, пожалуйста! Нет, все. Я вишу, вишу, вишу. Осторожно насчет умельца. Да-да.
Да? Да, да, да. Понятно. Давай, беги, 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 Эрк, спасать. Куда? Куда, камон. Он чертик оставил. Плачет. Ладно, тогда хиль. Так, ну этот тебе на подмогу выбежал. А мы ничего не. Он тебя на подмоге. Какой подмоги, он чинит ген. Бля, ну что это такое? А у него, наверное, фонарик закончился, кстати. Точно. Он что, так часто им светил, что ли? Было-было. Пару раз. Так за пару раз там фонарик не светится. Смотри, у меня половина фонарика. Хотя у меня батарейки. О, тут стекло, оказывается, мейн видно. Да? Да. Вот это стекло. Чуть-чуть видно мейн. А. Ой. Ладно. Он у него, да? Сейчас скажу тебе секунду. Нет, он в мейне. Кто? Они оба. Где? Тут нет никого. Ну, я слышу, я знаю, что вот этот тэп меня где-то рядом ходил этот. Точно, смотри. Тэп здесь. А ты где чинил лача? Да, он тоже чинил лач. А, так у нас сложные гены, кстати, смотри. Остались, потому что у нас... Мейн. Вот тут вот перед мейном. И лача. Что-то я даже не знаю. Мейн вообще какая-то небегательная херня. Долго не пробегаешь. А, я поняла вас. Где лача? Справа. Улу. Как далеко? Справа. Нет. Это не лача. Я вижу. Чё так далеко-то? Конечно, я в мейне вышла. Ой, блин, чел сейчас помрет. Будет потом меня ругать, скажет, что ты не чинила. Курва пердоля, як я быдло. А умелец был? Умелец? Да, был. Пошел нахуй! Туда, туда пошел! Пошел нахуй! Нахуй пошел! У меня устойчивость! Хорошо? Нахуй пошел, говорю. Хорошо. Чё, ты потерял? Чё, открывай другие ворота, уходи. Дай мне люк, уходи.
Открывай ворот, что ж ты делаешь-то? А, ворот на одной стороне? Серьезно? Класс. Просто без ворота на одной стороне. За что? О, мерси боку. Шкафу. Там же барбекю. Хотя, почему вспомнил? Потому что у него барбекю. Че он тебя взял, интересно? Не знаю, может, видел. Может, я просто обманул? Не, у него нет искажения, там ты делал. Сейчас так подумал, что у него искажение, типа. Он говорит, у него барбекю, чел. Я сейчас шкафу. Может, он тебя на вау. Железку байсил. Вот это повезло ему. Открутка. У него барбекю был разлад. Разлад был. Четвертый, поменяли подрыв. Изи говорит, чел, который прятался в шкафу. Ну так и для меня изи будет что-то.